матча, вот опять же, Сим-манерка. Но, по большому счету, конечно, команда переформатировалась, очень бой в нужный момент готова собраться и ставить кого-нибудь палки в колеса. Хороший сейчас момент появляется. Самое рабочее, нет, подачу, удар, ух ты, здорово! Было до перерыва. Будем, конечно, надеяться, что правят. Очень неплохо. Прострелы можно забивать, но угловой здесь. Лени, кто его знает, пытается премьер группу опасный момент. Можно пробовать решить. Стандартные навесы. И вот так вот оно. Подача еще одна. Ой-ой-ой, вот так вот аж. Алексей Казин. Дается. Зорище! Необходимо дадим еще ровнее. Направо перевод делает. Хорошая контратака. Есть поддержка в лице Борисова. Зубины прострел. Рядом есть остаток Борисова. Сейчас понятно, мяч держит. Дальше назад дает. Черный удар. Заблокировали. Здесь матча. Подача. Опасно очень! И 1-1! За минуту. Есть ощущение, что немного Александр Беседин уверенно как-то действовал при этом моменте.